Сегодня мы поговорим о таких конструкциях, как how much и how many, которые переводятся сколько. Но какой вариант, в каком случае выбрать? Для этого нужно знать особенности грамматики. How many, how much, bananas, what a beef. Какой вариант выбрать? Для этого нам нужно понимать, что существительные в английском языке бывают исчисляемые и неисчисляемые. Исчисляемые существительные можно посчитать. У них может быть форма единственного и множественного числа, и перед ними можно ставить цифры. Например, one banana, two bananas, three cats, 25 eggs, то есть один банан, два банана, три кошки, 25 яиц. Мы видим, что перед ними можно ставить цифры, их можно считать. Значит, это исчисляемые существительные. Используйте how many, чтобы задавать вопрос к исчисляемым существительным. Например, how many carrots do you buy every week? Сколько моркови вы покупаете каждую неделю? Неисчисляемые существительные нельзя посчитать. К ним относятся такие существительные, как water – вода, beef – говядина, cheese – сыр, то есть перед ними нельзя поставить цифру, и у них нет форм множественного числа. Запомните это. Используйте how much, чтобы задавать вопрос к неисчисляемым существительным. Например, how much water do you drink every day? Сколько воды ты пьешь каждый день? Перед исчисляемыми и неисчисляемыми существительными можно ставить существительные, обозначающие измерения, например, a bag of bananas, a half a kilo of bananas, a glass of water и a liter of water. A bag, то есть мешок бананов, a half a kilo, полкило бананов, a glass of water, то есть стакан воды, and a liter of water, то есть литр воды. Это можно ставить как перед исчисляемыми, так и перед неисчисляемыми существительными. Если это видео было полезно, не забудьте поставить лайки, а также подписывайтесь на наш канал и смотрите новые видео.